полосатик. Красиво. Вот именно вот это. Ловил еще из других коробок. Вот мой рюкзачок. Здесь вот у меня коробка. Тоже перебросал разные приманки. Тут на молнии. Поводки вот можно держать. Основной отсек вот здесь. Здесь еще лежат вот три коробки и вот эта четвертая. То есть сумка довольно-таки большая. Отличные приманки от компании Лоута. Просто вообще божественно ловят и головля. Вот эта вот моделька. И езя ловят и головля. Это амибы. Прям вообще рекомендую. На малых реках очень хорошо ловят. Кренки вот такие. Это, кстати, сибирского медведя классный кренка. Так, спиннинг я с собой взял, кстати, реально как бы могу рекомендовать, очень хороший, это не реклама, ну точнее реклама, но реклама хорошие вещи. На выставке я как бы его взял, это вот видели как раз продолжение данной тематики. Сибирский медведь, серия Blixter 2.10 с тестом 5.28, очень классная палочка. Она очень симпотная, что мне нравится в принципе в снастях, то есть не просто как бы как что-то там палка грубо там с кольцами, а сделана как бы симпатично. Вот. Ну и помимо этого всего, красоты, как бы, палочка в этом размере 2.10 неплохо бросает даже маленькие приматки. Я вот кидал там такую головлиную тематику. Отлично. То есть палка подойдет. И даже вот я думаю, что и по головлю. Хотя тест 28 грамм. Ну, она 5.28, поэтому вполне нормально. Ну и как бы сам строй удилища, он такой как бы универсальный, можно ловить и судачка, и щук, и окуня. Вот он не сильно жесткий, будет вязать рыбу, головля ловить очень будет приятно. И хорошая чуечка у него. Поджига я не пробовал, но вот так вот касания всякие, все это дело информативно показывает. Катушка у меня. Опа, есть. Ты смотри, сошел. Ну что такое-то? Не понял. Есть. На стаю попал. Прям несколько поклевок подряд. Ну, что-то тяжеленькое. Сейчас посмотрим. Ради этого я сюда и приехал. Катушка Акума, вот, кстати, сейчас она почти даже я не выкачиваю, а даже, ну как выкачиваю, но все равно как бы это тяжелый. Надеюсь, хороший будет. Прицел хорошо отрегулирован. Тяжелый гад. Кайф. Ну, он не крупный. На течение, ну как не крупный? Губу прям. А он его, офигеть, а он его каким-то образом подбагрил. Там, наверное, стая стоит, а палочка информативная, то есть я, наверное, коснулся, и он не зарод. Может, конечно, тройник один соскочил с этого, может быть, куда-то в первый бил, сейчас посмотрим. А так не зарод. Поэтому, наверное, такой тяжелый казался.
дырочки. Ну, мы его отпустим. Пусть живет. Устал. Давай, пойдешь? Ну? Пошел, пошел, пошел. Вот, катушечка мне очень понравилась. У нее хороший ход. Цеймар. Сейчас скажу точно. Цеймар HD 3000 SA. Мягкий ход. Очень ровно кладет леску, плетенку. Ну, и, блин, она бесшумная. То есть реально никаких хрустов, ничего нету. Хотя катушка бюджетная.